И снова всем привет. Мы продолжаем, возможно, заканчиваем основную сюжетку медведя. Но без медведя уже. Я не помню, когда мы встретились впервые. Я была слишком юна. Ты всегда был рядом, даже когда я не умела это по-настоящему ценить. И хотя этого не помню, я всегда чувствовала, когда ты был рядом. Я всегда была в безопасности. Под защитой. Что мне теперь делать, когда жизнь становится такой страшной? Кому пойти, когда мне грустно? Кто будет сидеть со мной на полу моей спальни, смеяться над моими попытками нарисовать лошадку или выслушать мои плоские шутки? У мамы с папой в последнее время столько забот, я не могу из-за каждой мелочи бежать к ним. Для этого у меня был ты. Был. Ушел ты, но вместе с тобой ушла и частичка меня. На твоем плече я плакала, когда было грустно и печально. Ты меня поддерживал, чтобы я не упала. А если падала, то всегда утешал меня и объяснял, как исправиться. Я никогда была одинокой, потому что рядом был ты. Ты знал обо всех моих секретах, страхах, надеждах и планах. Ты укорял меня, когда я переходила черту, и всегда давал мне советы. Ты столько разного мне объяснял, и в каком-то смысле многое из того, что я знаю о жизни, узнала от тебя. С тобой. Когда мы вместе отправляемся на поиски приключений, ты был лучшим, лучшие дни в моей жизни. Я всегда втягивала от тебя неприятности, но это... Но ты был не против. А, он упал, я думал, она ему по башке этим дала. Ты был моим лучшим другом, и мне этого очень не хватает. Никогда не забуду проведенное вместе с тобой время и буду помнить тебя. Сложно одновременно читать и, по крайней мере, до нашей следующей встречи. Партнер. Сложно смотреть и анализировать, что там нарисовано, и при этом читать. То есть я набухался и упал туда, да? Ты повелительница этого мира, ты его можешь воскресить. Так-то. Надпись «Бумажный город». Ого, какая здоровая. Неудивительно, что я видно из космоса. Ой, прямо-таки из космоса. Нужно пройти мимо этой штуки. Ну окей, давай пройдем. На четвертой серии уже голос начинает, да, садиться от такого количества. Почему? Он уже бумажный. That's wild. Someone might get hurt. Wow, it's... I have to get... Мимо какой штуки? Ну там же дырка. Началось это тут. Пиксель хайтит. Хантинг. Ну да боже, ну прям напрашивается. А, ну конечно, она просто сломать решетку. Бесконечный лес. А вот и Бэтмен наш. О боже, ты напугал меня до полусмерти. Привет, девочка, и куда же ты направляешься? Ты прекрасно знаешь куда. Знаю, поэтому и пришел. Надеюсь, пришел не для того, чтобы меня остановить. Послушай, девочка, Тед был мне добрым другом. Я не хочу говорить об этом. Я понимаю, что... Но хотя бы послушай, это самоубийственная миссия. Мне теперь все равно. Я остановлю его раз навсегда, ведь многие страдали, потому что я боялась. Если ты пойдешь за ним одна, это закончится трагедией. А ты... Ты был там? Меня поймали лучшие парни бумажного города, и я не успел. Это было душераздирающее зрелище. Ты был великим медведем. Это так.
Мне его не так не хватает. Пусть его смерть не станет напрасной, обдумай все как следует. Я должна это сделать. Он шел за мной, и мне надоело прятаться. Либо он меня поймает, либо я его. В любом случае, положу конец этому царству ужаса. Ясно. Может быть, тебе просто не стоит делать это в одиночку? Ты должна. Тед сказал, что должен сделать это сама. Кроме того, ты же знаешь, вы не можете пройти через эти леса. Как ты узнала, что нужно, куда надо идти? Я вспомнил, как ты говорил нам, что прошел его по следу до холмов скорби. То есть все из-за меня, да? Бэлэм, спасибо тебе за все. Ты и впрямь тот герой, который нужен бумажному городу, которого город заслуживает. Никогда не прекращай сражаться за то, что считаешь нужным. Я не собирался, девочка. Я боюсь, что если что-то с тобой, города, за которым я могу присматривать, просто не будет. Бумажный город прирос в меня. Я уверен, с вами будет все в порядке. Я не слышу в твоем голосе оптимизма. Это стоит волноваться? Нет, прошу, не нужно. Со мной все будет в порядке. Ну, хорошо. Я надеюсь, что не прощаемся. Не говори глупости, мы еще увидимся. Удачи, девочка. Тед может и нет, но я уверен, что он всегда будет рядом с тобой. Покажи, что он может гордиться тобой. Покажи, что все можем гордиться. До встречи, пока. Она фразу сказала, этот город, ну, про Бэтмена. То герой, который нужен городу, и который он еще и заслуживает. Да, по-моему, ну, которого он не тот герой, который нужен городу, но тот, кого заслуживает. Как-то так это было. Здесь, кажется, что-то написано. Тебе, кто выйдет, пожелает из леса, ищи же бабочек, грибы, цветы. Старый Лю приходит в лес по понедельникам. Если владелец приходит по средам, бери правее. Бу заботится о грибах, не поворачивай, если видишь малышей юной Сью. К бабочкам по понедельникам не приходит. Чё? Ты где-нибудь это мне запишешь? Пока непонятно. Влево, вправо, вперед. Но вот тут есть бабочки. Было что-то про понедельник. Что-то было про понедельник, да. Тихо, нет, стой. Там лес был. How will I ever get out of here? Да, выберемся, конечно. По понедельникам. Я пока не понимаю, как дни недели определять. Бабочкам не ходит по понедельникам. Давай пойдем вперед. Светлячки. В какую сторону пойти? Тут светлячки, и там светлячки. Was it Boo who took care of them? Кажется, они заботятся Бу. Так. Ну туда-туда не надо идти, да? Стороной обходить. Вон там грибы. Давай сюда, наверное, тогда. Something about... Что про понедельник, да. Ну, опять же, это куда-то прямо. Which direction should I take? Тут светлячки. Он прям просит, чтоб я... Ну это вправо, ну давай вправо. Ведь это больше напрямую похоже. Опа. А теперь вопрос, если я пойду сразу туда. Допустим. Туда. Опа. Это она змеюка какая-то.
Но я назад вернулся. Так, а может быть прям выбирать этот? There seems to be the ones who try to exit this forest. Let butterflies mush. Old Lou visits the forest on Mondays. Take a right if the owner visits on Wednesdays. Бери правее. Take care of the mushrooms. Do not turn if you see young Sue's little ones. Butterfly. Пока что непонятно. Допустим, влево. Нет. Куда я? Так, это выход совсем, да? Допустим. Где это был? Во, вот эта вот дорога. Тут светлячки, тут светлячки. Допустим, это право. Ну, допустим, это вперед. Допустим, это влево. И я вернуться сюда. Вперед. Вперед. Право. Вперед. Вправо. А других вариантов нету, да? Вперед. Вправо. Я тут опять сюда попал. Я просто не помню, куда. Значит, здесь вперед или все-таки влево? Во, влево. Где-то там вперед было. Вот. Тихо. Не сворачивай, он говорит. Ну вот я свернул и что-то как-то. Кто это? Распорядитель? Кто это вообще? Хер поймешь. Ну тут я в любом случае сразу сюда попадаю, а это... Не, в любом случае сюда тогда выхожу. Вперед, вперед, да, нет. Вперед, влево. Право, помнится, мы пошли. Вперед. Вперед. И вот и сюда же попал. Вперед. Вперед влево. Вправо. Вперед. Влево. Ну это какой-то перебор просто был. Смит Браун Джонсон. Это же наши соседи. Опять же, он говорит, слишком много хлопот у родителей. Кто его знает. То ли сильно он переехал, то ли с ним лично что-то случилось. Пожалуй, нужно подняться. О, я думаю, по лестнице придется. Мама, зачем ты их вообще сделала? Потому что они мне нравятся. Я же не виновата, что тебе их нельзя.
спать, Тембер. Не веди себя так, как маленькая. У тебя есть твое печенье, а эти я сделала для Флинта. Как они пахнут, а мне достаточно достаются самые обычные. Ладно, может быть, в следующий раз ты вообще никакие не получишь. Как тебе, так тебе будет лучше? Это прискорбно, ну, может быть, хоть одну? Нет. А можно просто семейный обед без скандала? Ты же знаешь, что тебе их нельзя. Может быть, аллергия прошла? Я читала, что такое случается. Эмбер, прошу тебя. Но я хочу немного. Это мои... Он мои может есть, а его нет. Это нечестно. Томас, поговори с ней. Эмбер, хватит ребячиться. Ешь свои печенья и оставь банановую Флинту. Че, у нее аллергия была, и она... Она вообще может быть в этой... В коме лежит. Чё-то пока не совсем понятно. Топоньки. Это пустой шприц. Мне не нравится, к чему все идет. Чё это какая-то туда прям наркомания пошла. Что это за место? Она вроде как похожа на меня. Конечно же, она здесь. Ох. И пенифрин сейчас какой-нибудь будем вкалывать. Ах, просто... О боже, даже смотреть на нее не могу. И она тут же здесь, да? Адреналин? Подожди. Эпинефрин? Почему адреналин перевели? Я возьму с собой. По-моему, вот... Это самое, адреналин так же как-нибудь и будет считаться, адреналин, но никак не эпинефрин. Ну ясно, она... Получилось, теперь он открыт. Ну да, порезать и... Ну вот и все, теперь я просто хочу от него избавиться. Эпинефрин как раз же от этих, от аллергии. Что делать? Вколоть себе, видимо. Другое дело, просто вот так применить. С медобразованием. Ай, тихо, мимо промахнуться. Вот, нормальная подсказка. Go, Mr. Ну вот, пожалуйста, мистер доктор, сэр. Сейчас насквозь. А! Мы же не от бешенства лечимся. Ей, улетела. А что, нельзя, если у нее на бананы аллергия, сделать она что-нибудь другое? О, ты гляди, как ты решил объявиться. О чем ты говоришь? Где объявиться? Что это за место? Не узнаешь? Похоже на балетную студию, когда брала, куда брала меня мама. Но ты ненавидела, да? У тебя же ничего не получалось. У тебя толстые ступни. Эй, что ты о себе возомнила? Я, кстати, настоящая ты. А вот ты, милая, вежливая маска, под которой ты скрываешься, это не ты. Ты ничего обо мне не знаешь. Ты что, шутишь? Я есть ты. Ты, похоже, совсем запуталась, да? Часто говоришь с собой? Не ткнись, ты не я. Ты грубая, мерзкая, у тебя толстые ступни. Ах ты, испорченная девчонка, ты осложняешь жизнь всем вокруг. Все всегда хотят заботиться о тебе, чтобы тебе не пришлось задумываться о последствиях. Зачем ты это делаешь? Я хочу бросить маску, под которой ты прячешься. Я не понимаю, о чем. Это все твоя вина. Это твоя дурацкая аллергия. Заткнись, я вижу, что ты делаешь. Тебе надо под стеклянный колпак запереть. Заткнись. И ты, это умер из-за тебя.
Я? Ой, ты думаешь, я не знаю? Его убили, потому что ты взяла на себя... Вела себя как маленькая испорченная девочка. Он сказал, что это не моя вина. Если бы он это не сказал... Еще бы он это не сказал. Он всегда присмотрел за тобой. Не смей говорить так со мной про Теда. Он был моим лучшим другом. И ты допустила, чтобы его убили. Хватит говорить о нем. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Хватит повторять за мной. Хватит повторять за мной. Хватит, хватит. Она говорит, тогда я ненавижу себя. В данном случае. Мама, мама, папа, скорее всего, он не дышит, что там? О нет, зайка, что ты наделала? Флинн, ты дал ей свое печенье? Что происходит? Я ничего ей не давал, мама, клянусь. У нас съела печенье Флинта, нужно срочно везти ее в больницу, я вызову скорую. Томас, неси ее вниз. Давай, малышка, держу тебя, осторожнее, не ударься головой. Телефон? Алло? Алло, нам нужна машина в Беловодную 17. Пожалуйста, поспешите, у нее сильная аллергическая реакция, прошу, поторопитесь. Мама, что ты делаешь? Сиди дома и закрой дверь, и мы вернемся как можно быстрее. Хорошо. Так, тогда я не пойму, кто красный человек-то в данном случае. Она сама? Серьезно? Если она тоже управляет этим миром и прочее. Другая я. Это какой-то аппарат. Надеюсь, я на самом деле не такая вредная. Зачем ты это носишь? Это ты красный человек? Ну и пожалуйста, тут полно разных тебя, да? Хочешь сказать, полно разных тебя? Я на это не поведусь, я не такая, как вы все. Что тебе нужно? Что я должна сделать? У меня есть для тебя кое-что. Это что это? Давай договоримся, ты дашь мне кое-что взамен, узнаешь. Услуга за услугу, Клариса. Ты про что хочешь узнать? Нет, нет, так не получится. Что тебе нужно? Возьми только трех, любых трех, и дай их мне. А если это сделаю, ты вернешь его? А что будет с теми, кого я не отдам тебе? Че говорит впустую, крутушка? Давай за дело. Че ты хочешь делать? Возьми только трех, любых трех, и дай их мне. Бэм, Расти, братцы, кролики, игрушечный Брайан, игрушечная Бетти. Три ключа, три раза. Ну давай возьмем. Если не по одному будешь брать. Ну вот, тоже попробуем. Ну тут типа кто нам помогал, да? Ну ты, конечно, немножко жесток. Игрушечный Брайан. Но неизвестно, что будет, когда я их дам... Может быть, это будут самые дорогие? Ну, давай, допустим, я вот возьму. Не, просто, знаете, с той точки зрения, типа, я сейчас сохранюсь и сделаю, а будет не то. Мне бы эти жалко тоже. Не факт, что она их вернет. То может быть мы типа забудем. Так бы я бы взял бы Брайан, допустим, Бетти и БЛМ. Ну ладно. It's locked. Закрыто. I hope you can forgive me. Надеюсь, ты меня простишь. Значит, все-таки, если она про такое говорит, то...
I'm really not okay with... Is this the last one? Да, последний. Механизм торга, да? И теперь мне типа их куда их положить. Расти, храбрый, самоотверженный рабочий робот. Неужели у тебя нет сердца? О нет, только не Брайан. После всего, что он для тебя сделал, он же твой самый большой поклонник, мисс Эшвард. Не выбирай кроликов, ты же знаешь, что они рисковали ради тебя головами. Они прошутив короле, помогли тебе бумажно в городе. И вот чем ты им оплатишь? Мне так жаль, ребята, пожалуйста, простите меня. Давай их мне, забирай, уродина. Отдай их мне и проси, чего хочешь взамен. Можешь забрать их, только верни мне его. Я не могу, сейчас скажу, да? Ты чудовище, зачем ты это сделал? Это он? Пустота, да? Нет, нет. Закрыто. Это закрыто. Так, и куда мне тогда теперь? Кролики мне помогли, но правда только один раз. Типа они преступники. Хотя пришло, что это я их сделал преступниками, грубо говоря. Так как это мой мир. Еле успели, все хорошо, дорогая, не волнуйся, теперь ей помогут. О боже, Том, она чуть не погибла, не следовало мне ее, их печь. Не вини себя, она должна понимать, что такое граница, мы не можем быть рядом с ней вечно. Я понимаю, но... Пожалуй, да, наверное, все же не стоит приносить бананы. Бананы в наш дом, я поговорю с Линтом, теперь ему придется довольствоваться обычным печеньем. Это не смешно, Том, я знаю, просто... Мистер Мисс Эшвард? Доктор, у нее сильная аллергическая реакция, но она поправится. Мы сделаем ей 2 укола, все будет хорошо. Сделали. Ох, слава богу. Да, без него никуда. Она не хотела. Я пошутил. Подумал, вам сейчас улыбнуться нормально, да. Спасибо, доктор, большое спасибо. Не беспокойся, в таком случае, особенно с маленькими детьми, важно то, что все уже позади. Такое случается. Ей было трудно? Ну, она однозначно ненавидит уколы, это я вам могу сказать точно. Она боится иголок. Мы заметили. Короче, она не такая веселая, милая няша, как мы думали, да? Она избалованная маленькая девочка прям. Ну, отлично, еще одна. Пожалуйста, зайди в одну из этих дверей, найди свободное место и оставайтесь там. Я зайду проведать вас позже. Я думаю, ты меня с кем-то спутала. Что это за место? Это центр поддержки клиентов. Подожди-ка, вы пришли сюда не ради работы? Откуда вы пришли? Ну, типа снаружи. О, какая прелесть, мисс, снаружи. Честно говоря, мне такое отношение не понравилось. Я ухожу. Ну и удачи. Все равно сюда не выйти. А что нужно делать? Это же вынос знаменитость. На себе в мир путешественницами и снаружи. Нет, куда знать. Это просто поставщик услуг. Ладно, поняла. Помоги мне. Мне нужно услуги службы поддержки. Пытаешь включить его снова? Кого включить снова? Свой мозг. Ты что, смеешься надо мной? Я на тебя пожалуюсь. Все жалобы подаются в письменном виде и хранятся в официальном ящике для жалоб. Рассмотрение может заняться 10 рабочих дней. Пожалуйста, имейте терпение в любое время обращайтесь за помощью в течение этого времени. И помните, мы рады, когда вы рады. Ладно, и что нужно делать? Вам нужно кое-что выяснить. Что? Был один старик. Он жил один в нашем доме в Беловодной улице, помните? Наверное. Но я не помню, как его звали.
мистер Уайт, мистер Питерс. Не знаю, давай мистер Питерс. Was it Mr. Peters? No, I don't think so. Нет, я так не думаю. Уайт? Wasn't it Mr. White? I don't think. Ну, это сам Питерс. Was it Mr. Stevens? No, I don't think Питерс. So. Питерс. Стивенс. Господи, что с переводом тут местами? Адреналин и пенифрин вообще, блин, одно и то же. I don't know. I can't remember. Тоже не помню. В общем, выясни, что с ним произошло. Как? Поспрашивай, я же не могу повсюду ходить за тобой. Ладно, тогда все узнаю, выберусь отсюда. Само собой. Демотивирующий плакат. Просто сдавайся, киска. Это ужасно. Они указывают разные направления. Ничего, молчит. Опа. Я думал, я буду у кого-то тут опрашивать. Привет, чем могу помочь? Что? Как я? Где я? Это служба поддержки клиентов, мэм. Я могу вам чем-то помочь? Что ты имеешь в виду? Это же я. Я не знаю твоего дурацкого ответа, я пытаюсь уйти. Ответа? Про твой дурацкий вопрос про соседа, как его там звали? Прошу прощения, но вы, видимо, спутали меня с кем-то еще. Я могу с чем-то вам помочь? Так что одевайся, вообще-то издевательство не входит в расписание моей программы обучения. Ну ладно, я просто хочу выбраться отсюда. Что тебе нужно? Мне ничего не нужно, я здесь, чтобы помогать вам. Чем я могу помочь? Привет, ты знаешь, что случилось с нашим соседом в городе? Я не уверена, про какого соседа вы говорите, мам. Про одинокого старика. Боюсь, мне нужна более подробная информация, чтобы могли помочь вам. В каком квартире он жил? 12D? Кажется, там жила молодая пара. Кажется, потом переехала. Не, там жили Уолкеры. Уолкеры, запомню. 19 просто 19. Нет, там жил Джои Чендлер. Серьезно? Джои Чендлер были там? У них была 19-я комната, я не знаю. Честно говоря, какой у них номер был. Могу помочь вам, если вы предоставите мне хотя бы какую-то информацию. Да, я знаю, что же, если я найду, узнаю, то вернусь, да? Так. Это мы отсюда, да, пришли? Ну, давай по порядку. Так, ну если тут все будут по одному, то не страшно. Как могу помочь? Ты знаешь, что случилось с нашим соседом в Беловодной улице? Ну, помнишь, в городе? Которым? Старком. Мне всегда было его так жалко, он оказался таким одиноким. Старик из квартиры 15D? Да, точно, 15D. Как его звали? Я не помню. Я тоже не помню. Помню, что мне было его жалко, потому что я думал, что он живет один. Кажется, у него была жена, мисс, и постоянно пекла для детей печенье. Помню, когда она его пекла, на всем этаже изумительно пахло. Что же это был за запах? Бананы? Апельсины? Я уверен, что все вспомните в любом случае. Не забывайте, что Жу жил в 15D. Хорошо, 15D. Это все еще подходить не приходилось. Hello there. 15D? 15D? Oh, yeah. А, точно, теперь помню. У него была кошка. Дина, да? Но я не помню его имя. Странно. Я совсем забыла про Дину. Она была такая милая. И да, я тоже не могу вспомнить его имя. Ладно, разберусь. В любом случае, спасибо. Рада, что могла помочь. Да, все та же ты. Ну это вроде не сложно, головоломка. С которым одиноким стариком? У него была жена, правда ведь? Что с ней произошло? Я не знаю, да. Ясно. Но жена была, она готовила печеньки. Она печенька отравилась, наверное, да? Опа. А, фу ты, блин, я здесь появился, и мне показалось, что... Hello
there, miss. Listen, do you know what happened? Что значит, соседом с каким? Но что было с ним, было не так, да? Работал бухгалтер в какой-то банде? Точно курил, но было еще что-то. Нет, чушь. Короче, с ним что-то было. Кто про кошку меня будет спрашивать, э? Приветливая сотрудница, что вам нужно? Вежливое обращение с каким соседом, с одиноким стариком? Зависал. Сэмми и Усэмэн? Выпьем? Короче, это самое. Ну, он, короче, забухал. Здесь мы где-то сейчас узнаем, скажем про кошку. Скорее всего. Давай просто прямо дело. Конечно, пожалуйста. Итак, что произошло с соседом, с которым... Он любил кофе, у него были грустные глаза, у него была кошка Динова. Морган, мистер Морган, так его и звали. Как я могу забыть, в добровольное качество он предоставлен услуг? Мистер Морган, а кто нам говорил про имя, как его звали? Ты нам с именем говорила? А, ты у нас про шоколад, да? Just give up already. Shut up. I won't look at you. All well, your life hap. That's all right. Anyways, I remembered the name of our neighbor downstairs. Имя соседа Морган. Так и есть. Теперь и я вспоминаю. Он много курил, помнишь? Кажется, никогда не видела его без. Сигареты, точно. Он был очень одинок. Он был одинок, у него была жена. Я едва ее отпомню. Она пекла для детишек печенье с корицей, помнишь? Наверное, теперь я припоминаю запах корицы. Мистер Морган, точно, теперь мы должны выяснить, что с ним произошло. Орнитологов мира, да. Так, ну теперь идем и говорим ей... Про корицу. Точно, теперь я вспомнил, это было вкусным, да. Умерла, точно, бедняга, его сердце было разбито, теперь я помню. В общем, это сильно не буду озвучивать, потому что понятно, а он умер. От чего-то, или она умерла, я не понял. Так, а куда нам теперь-то? Что-то я запутался. I'm getting to it. Well then, I just oh no. By the way, the neighbor's name I didn't. А, ты про кошку и нам сказала, да? Как звали, все, значит, туда нам не надо. Is this... Hey there. Название бара нет. I might well, I can't remember. Ugh, please. Хоть тут можно пропускать. В какой-то веке пригодилось, что они тараторят, и тут можно просто пропустить. А, значит, ты тоже не можешь, да, знать? Тогда либо туда, либо в первую. Она его бросила, они развелись, она умерла, да? Не случилось, она болела. Что проводила днем за днем в баре вниз по улице. Наверное, там было ему одиноко, да, наверное, нужен был с людьми. Давно минувший... Не, точно. Так, бар. Ты, по-моему, да, с баром у нас? Hey there. The
После смерти Джон проводил там целые дни и, помню, он много курил. Когда жена умерла, он приобрел другую привычку. Ну, какая-то другая привычка, да? Типа набухиваться. Ну, это можно было и так догадаться. Проблемы с алкоголем. Когда умерла его жена, он проводил день за днем в баре по улице. Что-то, как он назывался? Давно минувший день. Точно. То теперь я вспомнила. Так с ним все произошло. Он очень печален, но он умер. Что, серьезно, бедняга? Что случилось? Произошел несчастный случай, и лучше вам поговорить об этом с моим начальником. Ты издеваешься, говори? Он однажды пришел домой пьяный, и помню, я слышал об этом от кого-то, а потом он заснул в квартире сигаретой. И загорелось, да, тут все? О, нет. У квартиры загорелось, пожарные ничего не могли поделать. Он приехал слишком поздно. Это ужасно, такая трагедия. Почему об этом ничего не помню? Я не знаю, прошу вас, мисс, поговорите с начальником. Ну, как бы не сгорел тогда наш братец от этого. Может быть, как раз в тот момент, когда мы, хотя... Не знаю, в общем, сейчас давайте, не буду. О, мисс Наружи, вы узнали, что случилось? Да. И что же? Он... Умер. Он заснул сигареты, его квартира сгорела. К сожалению, это так. Зачем ты заставил меня сделать это? Чтобы вам стало лучше. Я не чувствую себя лучше. Так часто бывает. Я не могу. Слушай, разве не странно, что все... Ты все это забыла? Это очень странно. Думаешь, я сделал это специально? Нельзя ничего забыть специально. Ты забыли, потому что так было проще. Просто забыли все. Так что теперь мне нужно еще что-то для тебя узнать или... Я вижу еще дверь. Что происходит? Эй, куда ты? Что только что произошло? Так, уже 42 минуты, но я не вижу смысла сейчас останавливаться. Максимум сейчас я на паузу поставлю быстро, сколько до конца прохождения. Эмбер, детка, никогда так больше не делай, пожалуйста. Мы поговорили с мамой, в нашем доме больше никогда не будет бананов или продуктов с содержанием бананов. Простите. Все хорошо, крошка, ты просто должна понять, что мы с папой, мы не сможем всегда быть рядом с тобой. Ты должна будешь научиться избегать их сама. Ты же видела, что сегодня произошло? Простите, я больше не буду их есть. Если хочешь, можешь все равно готовить это для Финта, обещаю, их больше в рот не возьму. Думаю, будет лучше, если они больше в нашем доме не появятся. Не беспокойся за Флинта, он просто немного разбалован. А еще он глупый. О боже, Том. В чем дело? Это наш дом? Загорелся, да, мама? Стой здесь, пожалуйста, стой. Флинт. Папа, что происходит? Че, реально сгорел он там вместе со стариком? Это наша старая квартира. Тут кто-нибудь есть? Мама, папа, Флинт? Так, секунду, пауза. Так, подсмотрел в прохождении, и тут, в принципе, только выбор один. Сейчас, ну, идем туда, и все, на этом, в принципе, конец. Но там две концовки, типа. Поэтому мы сохранимся на всякий случай. Ох, сколько же здесь посуды. Флинт показывал мне, как рисовать прямо на нее. Как же мне не хватает этого дивана. Флинт, где он? Вы его видели? Он все еще внутри? Мне очень жаль, мэм. Мы не успели. Угарный газ распространился слишком быстро. Что? Мне очень жаль. Мам, что это значит? Где Флинт? Где он? Мне очень жаль, маленькая мисс. Мы сделали все, что могли, но опоздали.
Моя малышка Эмбер, где ты? Мама, папа, что происходит? Иди сюда, малышка, все хорошо. Что случилось? Квартира внизу загорелась и начал распространяться угарный газ. Он слишком быстро заполнил вашу квартиру, прежде чем кто-то понял, что происходит. О боже, мой сын. Нет, Флинт. Заберите его, почему вы здесь стоите? Красный, забери отсюда ребенка, это небезопасно. Сэр, нужно отвезти в безопасное место, здесь еще опаснее, можно пораниться обломками. Да, конечно, Эмбер, нам нужно идти. Нет, пожалуйста, папа, мы должны найти его. Мы не можем уйти, мы должны найти его. Ну, а ты про красного как раз, да, сказали это. А, она содрала кусок с этого, с пожарника, видимо. Хотя это очень странно, как она это умудрилась сделать. Ну вот здесь типа у нас выбор есть. Хорошо, что я там сделал. Не подходи ближе, у меня есть меч. Я не боюсь его применить. Давай начнем с меча. Stay away. Нет моего. Хотя по сути-то он нас и спасает как раз. Я была не готова, и было сложно относиться к красному человеку без ненависти. Я не знаю, что теперь произойдет. Как я могу узнать? Станет ли все как раньше, когда-нибудь снова увижу Теда, и когда-нибудь снова увижу Флинта? Я понимаю, что произошло. Я знаю, что красный человек был необходим злом. Это возвращение в бумажный город дало мне чувство надежды. Надежда на то, что я смогу найти его тут. Надежда на то, что он просто прячется. Если его поискать, то можно увидеть его снова. И больше не чувствовать себя в такой беспомощной. Я избавилась от этого чувства впервые с того дня. Я больше не хочу, чтобы это чувство вернулось. Жизнь без надежды и страдания — это как ждать давно отмененного поезда. Я просто устала, мне нужно поспать. Утро вечером мудренее, ведь завтра настанет новый день. Мисс, проснитесь, прошу, просыпайтесь. Кажется, вам приснился кошмар. Ничего толком не помню. Ничего страшного, мисс. В кошмарах лучше не вспоминать. И типа все повторится заново, да? Потому что мы... продолжаем ненавидеть этого чувака, который, по сути, нас там спас, да? Мы не смирились с его необходимостью, и это все повторилось. Интересно. Опа. Ну, сейф один, да? Ладно, давайте посмотрим вторую концовку. Давайте я пропущу это для вас.
Говорит, ты хочешь вернуть это назад? Часть себя. Я думаю, не важно, что он там пойдет, не пойдет, дойдет, не дойдет. А если бы мы вообще ничего не выбрали? И пошли бы за красного просто. Я все вспомнила. Теперь я хотя понимаю, что это была не моя вина. Иногда жизнь просто несправедлива. Это Тед научил меня. Если бы я не съела то печенье, мы были бы дома, и тогда бы это произошло. Может быть, с Линтом все было бы в порядке. Может быть, пострадал бы кто-то другой. Никто этого не знает. Я лишь знаю, что мне его очень не хватает. Я думала, если притвориться, будто он просто прячется, тогда, может быть, не знаю. Может быть, тогда я смогу когда-нибудь видеть его снова. Я больше не ощущала беспомощности, где-то по пути потерялась в собственных фантазиях, и мне было трудно прекратить притворяться. Мама с папой столько раз мне говорили, что я не виновата, но я никак этого не принимала. И теперь я знаю, что это было неправильно. Нельзя убежать от грусти, нет смысла даже пытаться. Единственный способ справиться с чем-то – вернуться к тому лицом. Думаю, именно к этому. Поэтому и пытался сделать красный человек. Он уничтожал иллюзию, которую я поставил вокруг себя, надеясь дотянуться до меня. Но только когда я потеряла еще и Теда, нашла все силы встретиться с ним. И теперь я вижу, что он хотел именно этого. Я знаю, что больше никогда не увижу Флинта. И мне от этого грустно. Но когда-то, когда сказал Тед, в жизни есть место для печали. Мне все лишь нужно идти вперед. И счастье найдет меня снова. А теперь мне нужно поспать. Утро вечера мудренее. Ведь завтра настанет новый день. Опять ошибочка, блин. Сколько тут опечаточек-то? Только мы уже нашли их. Опять же, если бы она не съела это печенье, и они остались дома, возможно, они бы все бы вчетвером бы умерли бы. Возможно, просто надо было пацана с собой брать в данном случае. Уф. Ну, слушайте, неожиданно прям под конец они так все завернули, достаточно интересно. Прям круто и нуарненько достаточно, да, класс. Не ожидал. У нас еще осталось этот, как его зовут, еще одно дополнение про потерянного робота, по-моему. И там Флинт в том числе будет, то есть это будет приквел, не такой. По-горельски. В данном случае это забавно. Ну, в общем, я не знаю. Посмотрю, что там да как. Может быть, и в Одиссе, наверное, пройти еще. Там, по-моему, около 4, что ли, часов. Это еще серии на 6. Если не больше. На 8. Если по 40 минут. Поэтому посмотрим, может быть, это войдет в общее прохождение такое. Может быть, я его перенесу уже на следующий год, в начале года выложу. Посмотрим, как у меня тут по времени будет, если получится все записать. Будет здорово. Конечно, да, все случайно. Давайте посмотрим, может, какая-то еще прикольная заставочка под конец будет. Нет, это же.
В общем, круто, прям круто. Фу, блин. Наконец-то мне не надо тараторить. На этом все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Олег Страга. Всем пока.